Ханс Христиан Андерсен «Лен». Лен цвел чудесными голубыми цветочками, мягкими и нежными, как крылья бабочек, а, пожалуй, и того нежнее. Его ласкало солнце, поливал дождь, и льну все это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать умоет их, а потом поцелует. Дети от этого хорошеют. Хорошел ли он? «Люди говорят, будто я уродился на славу и еще вытянусь в длину», — сказал однажды Лен. «А потом из меня выйдет отличный кусок холста. Ах, какой я счастливый! Счастливее всех! Как хорошо мне и как радостно знать, что из меня выйдет прок. Солнце меня веселит, а дождь освежает. И он такой вкусный! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я самый счастливый на свете!» «Ну», — отозвались колья в изгороде. «Ты еще не знаешь жизни, а мы уж знаем. Видишь, как мы сучковатые?» И они жалобно заскрипели. «Скрип, скрип, скрипец, вот и песенки, конец». «Вовсе не конец», — сказал Лен. «Завтра опять будет гореть солнце, опять пойдет дождик. Я чувствую, что расту и цвету, я счастливее всех на свете». Но вот раз пришли люди, схватили Лен за макушку и вырвали с корнем. Как больно было. Потом его положили в воду, словно собираясь утопить. А вынув из воды, держали под огнем, будто бы хотели изжарить. Ужасно. «Не вечно мы можем жить в свое удовольствие», — сказал Лен. «Приходится и потерпеть, зато поумнеешь». Но льну приходилось уж очень туго. И мяли-то его, и ломали, и трепали, и чесали. Чего-чего только с ним не делали. Всего и не упомнишь даже. Но вот, наконец, он очутился на прялке. Скрипец! Вот уж поневоле все его мысли разлетелись во все стороны. «Ну что ж, я ведь долго был очень-очень счастлив», — подумал он, пока его так пытали. «Надо быть благодарным за все хорошее, что выпало мне на долю». И он повторял эти слова, даже когда попал на ткацкий станок. Ну вот, наконец, из него вышел большой кусок превосходного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок. Какая это удача! Вот уж не думал, не гадал, как мне, однако, везет. А колья, те ничего не понимают со своим скрипом. Скрип, скрип, скрипец, вот и песенке конец. Песенке вовсе не конец, она только начинается. Вот счастье-то, пускай я немножко пострадал. Зато из меня вышел толк. Нет, я счастливее всех на свете. Какой я теперь крепкий, мягкий, белый, длинный. Это, пожалуй, получше, чем просто расти или даже цвести в поле. Там никто за мной не ухаживал. Воду я только видел, что в дождик. А теперь ко мне приставили слуг. Каждое утро меня переворачивают сбоку на бок. Каждый вечер поливают из лейки. Сама пасторша произнесла надо мной речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего сукна. Но можно ли быть счастливее меня? Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему. А резали-то его, и рвали, и кололи иголками. Да, нельзя сказать, чтобы это было приятно. Зато из холста вышло 12 таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых 12 штук вышло. Так вот, когда только из меня вышел толк, вот каково было мое назначение. Как это хорошо. Теперь я приношу пользу миру. А в этом весь смысл, вся радость жизни. Нас 12, но все же мы одно целое. Мы дюжина. Какое счастье. Прошло несколько лет, и белье износилось. «Всему на свете бывает конец», — говорило оно. «Я бы и рада служить еще, но нельзя же требовать невозможного». И вот белье разрезали на тряпки. Оно уж думало, что ему совсем пришел конец. Так его рубили, мяли, варили. Как вдруг оно превратилось в тонкую белую бумагу. «Вот так сюрприз!» — воскликнула бумага. «Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут. Какое счастье!» И на ней написали замечательные рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее.
Так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди теперь могут прочитать их. Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубыми цветочками, говорила бумага. И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю такое счастье, распространять между людьми радость и знания? Я все еще не могу прийти в себя от восторга, просто не верится. Однако это так и есть. Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем. Я старалась только по мере своих слабых сил делать то, что следует. И вот он меня ведет от одной гордой радости к другой. Стоит мне подумать, ну вот и песенке конец, как тут-то и начинается для меня новая, высшая жизнь. Теперь я мечтаю отправиться в путь, обойти весь мир, чтобы все люди могли прочитать то, что на мне написано. Так и должно быть. Когда-то у меня были голубые цветочки, теперь каждый цветок расцвел прекрасной мыслью. Счастливее меня нет никого на свете. Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию. И все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большему числу людей, чем бумага, на которой рассказы были написаны. Странствуя по белу свету, она быстро истрепалась бы. Да, конечно, так будет вернее, подумала исписанная бумага. Это мне и в голову не приходило. Я буду жить дома на отдыхе, и меня будут почитать, как старушку-бабушку, ведь я храню все, что на мне написано. Слова стекали с пера прямо на меня. Я останусь, а книги будут путешествовать по белу свету. Это разумно. Нет, как я счастлива, как я счастлива. Тут все остальные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку. Ну, теперь можно и почить на лаврах, сказала бумага. Не мешает собраться с мыслями и сосредоточиться. Теперь только я поняла как следует, что во мне содержится. Опознать себя значит сделать большой шаг вперед. Но что же мне предстоит? Путь к совершенству. Все идет вперед, к совершенству. В один прекрасный день бумагу взяли и сунули в плиту. Ее решили сжечь, так как в мелочной лавочке ее отказались купить. Она не годилась на обертку для масла и сахарного песка. Все дети в доме стояли вокруг. Им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет, как по золе одна за другой побегут, затухая, красные огненные искры. Побегут быстро, как дети бегают из школы. Самая последняя искра, словно школьный учитель. Все думают, что он уже вышел, а он появляется после всех. И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула! «Уф!» — сказала она. И в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвелось в воздух высоко-высоко. Лен никогда не мог поднять своих голубых головок на такую высоту. А сияло оно таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы зарделись во мгновение ока, и все слова и мысли обратились в пламя. «Теперь я взовьюсь прямо к солнцу», — молвило пламя и вырвалось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа. Легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько цветочков на льне. Когда же пламя погасло, и от бумаги осталась только черная зола, они еще раз поплясали на ней. И там, где они касались ее своими ножками, возникали красные искры. Ребятишки выбежали из школы. Последним вышел учитель. Весело было смотреть на них. И дети запели под мертвой золой. Скрип, скрип, скрипец, вот и песенки конец. А незримые крошечные существа говорили, песенка никогда не кончается, вот что самое чудесное. Мы это знаем, и потому мы счастливее всех. Но дети не расслышали слов. А если бы и расслышали, ничего не поняли бы. Да это и к лучшему. Не следует детям знать все.